В эти минуты на площади Республики в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Передает Иравунг. Сообщается, что сейчас на центральной площади армянской столицы находится около 500 человек. Однако их количество растет. В популярных интернет-сообществах армянского сегмента социальных сетей размещаются призывы выходить на улицы. Также очевидцы публикуют фотографии с площади Республики и пишут о большом скоплении полицейских в центре Еревана. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч!